Начало нового учебного года – важный праздник для каждой семьи, в которой есть дети. Поэтому ни один ребенок не должен остаться без внимания и подарков. Накануне Дня знаний поздравить будущих первоклашек – обязанность каждого взрослого, без исключения. Сегодня мы провели или проводим традиционное мероприятие, ежегодное мероприятие «С любовью к детям». Эту акцию «Белая Русь» объявила еще в 2008 году. Поэтому вся страна отмечает наступающий праздник. И мы желаем всем успехов, удачи и новых достижений для нашей дорогой родной Беларуси. В детском садике номер 65 30 мальчишек и девчонок, которые уже совсем скоро сядут за школьные парты, отправились в страну знаний. Вместе со сказочными героями ребята повторили буквы и цифры, пели, танцевали и научились собирать портфель. В такие предпраздничные дни ни один ребенок не должен остаться без внимания. Это самая основная цель данной акции. Пусть дети будут добрыми, счастливыми. И тогда семьи и их родители будут такими же добрыми, счастливыми и успешными. Но не только веселыми и подвижными играми в этот день порадовали детей. Блокноты, фломастеры, ручки и линейки – подарки детям от общественного объединения «Белая Русь». Портфели, с которыми тысячи мальчишек и девчонок 1 сентября начнут новую в своей жизни и очень важную главу – школа. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.